5000 рублей штрафа, скорее всего, придется заплатить водителю вот этого пассажирского автобуса. Накануне в интернете появилась запись, как общественный транспорт идет на обгон попутной машины на одной из пригородных трасс. Уже к вечеру сотрудники ГИБДД установили номер автобуса и личность водителя. В отношении мужчины возбуждено административное дело. Подобная история – пример позитивного влияния соцсетей на безопасность дорожного движения. Ведь ежедневно в интернете появляются десятки видеозаписей с участием водителей, нарушающих ПДД. Несколько самых ярких покажем прямо сейчас. Жажда скорости – то, без чего не может прожить ни один автохам. Ежедневно нарушители доказывают это на дорогах. Вот яркий пример. Пригородная трасса, две полосы. Вмиг превращает размеренное движение в критическую ситуацию водителя отечественного внедорожника. Пытаясь объехать большой груз, автохам чуть было не создал аварию, в которой тяжелые травмы были бы благополучным исходом. Ну и в черте города желание быть первым не покидает нарушителей. В данном случае испытать здоровье пешеходов решил водитель серебристой иномарки. Даже увидев, что соседний ряд притормаживает перед зеброй, шофер все равно продолжил гнуть свою линию. И если бы не бдительность пешеходов, все могло завершиться трагедией. Ну и чтобы закрепить полученную информацию, вновь возвращаемся на загородную трассу. Опять классический случай: грузовик и автохам, которому во что бы то ни стало нужно его обогнать. К тому же сделать это нарушитель решил при подъеме в гору. Рано или поздно такие маневры приведут к беде. Но сейчас пронесло, к радости всех невольных участников инцидента. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.